Президент Путин, развивая тему сбежавших российских капиталов, предложил предпринимателям подумать, не пришло ли время возвращать деньги обратно в страну. Это выгоднее даже не из патриотических, а из экономических соображений. Сами бизнесмены говорили, что с точки зрения прибыли, российская экономика в условиях политической стабильности для них интереснее, чем 6, максимум 8% в зарубежном банке. К тому же не секрет, что западные страны заинтересованы в использовании этих средств в собственных интересах и уже давно к ним присматриваются. Напрашивается или вспоминается сразу простая русская мудрость. Дружба дружбой, а табачок врозь. Вот у нас очень хорошие отношения складываются со многими нашими партнерами. Но российские, но западные экономики, которые сегодня располагают этими ресурсами российского происхождения, не заинтересованы в их изъятии. Повторяю еще раз. Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены, но если решения подобного рода с разными вариациями будут приниматься, я прошу меня извинить за простоту выражений, замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства.